Вот сегодня у нас есть возможность посмотреть, как работают психологи. Мы в комнате, в кабинете Саши. Процесс уже фактически действует 1-2 часа, 9 эпизодов. Ну, сейчас понаблюдаем вообще, как происходит общение. Саша использует наушники. Сегодня он работает в скайпе. Ну, будет понимание, с чем вы столкнетесь, когда начнете работать с кейсом на первоначальном уровне. Первый уровень, я напомню, у нас работа с психологом, с Сашей, с Яной.